В Краснополянской школе искусств впервые прошел праздник «Мама, папа, я. Музыкальная семья». К этому мероприятию дети и их родители тщательно подготовились, придумали названия команд, девизы, разучили музыкальные номера, а заботливые бабушки даже испекли пироги для зрителей. Организатор конкурса Ирина Григорьева, директор Краснополянской школы искусств. В конкурсе приняли участие 6 семей. Каждая представила визитную карточку своей команды, отличающуюся колоритом и оригинальностью. Участники конкурса исполняли песни, участвовали в музыкальных викторинах, танцевали, соревновались в эрудиции и смекалке. В этот день зрители увидели и услышали итальянскую народную песню «Тарантелла» и зажигательный «Чарльстон», игру на различных музыкальных инструментах – флейте, фортепиано, гитаре, скрипке, ударных инструментах. Семьи были самые музыкальные и самые голосистые, а самой юной участнице конкурса – 3 года. Этот праздник доставил много радостных и волнующих минут. Зрители очень тепло приветствовали участников конкурса и поддержали их бурными аплодисментами. Праздник получился добрым, интересным и творческим.